Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Надо заметить, что метаморфозы, произошедшие за последнее время с известной певицей Викой Цыгановой и ее мужем-продюсером Вадимом Цыгановым, буквально шокировали общественность. А начался весь этот цирк с конями после того, как семейство Цыгановых дало интервью иноагенту Дудю с рассуждениями о рептилоидах, мировом заговоре и прочих странных вещах. Правда, через пару дней они от этого интервью открестились, заявив, что не было ничего, и все это сгенерировала нейросеть. Вместе с тем Вадим Цыганов с уверенностью заявил, что после выхода интервью Вику Цыганову внесли в черный список, а выход сюжета на Первом канале, где ее должны были поздравить с днем рождения, отменили. К слову, Ксения Собчак не осталась в стороне и на своем YouTube-канале высмеяла патриотку Вику Цыганову, которая дала интервью Дудю в туфлях от Шанель. А по прошествии короткого времени Цыгановы угодили в новый скандал. Так, вечером 4 ноября Вика Цыганова разместила в блоге странное видео. В кадре ее возбужденный муж Вадим Цыганов утверждал, что к ним в дом пришли с обыском. Певица написала что-то не связанное под постом. А по словам Вадима Цыганова, обыски решили провести, потому что настучала Собчак. А уже вечером к дому Цыгановых съехалась большая группа журналистов. Супруги открывать не стали, позже разъяснив, что парились в бане. Однако драматизма ситуации придало появление их адвоката, которая в панике заявила, что ничего не знает и приехала разбираться. Выйдя из бани, Цыганова решила подбавить журналистам жару. Расходимся. Улики изъяли туфли и нейросеть. Читайте русскую классику Александра Пушкина. Такое новое сообщение появилось в блоге певицы вечером в субботу. А тем временем, в свою очередь, Ксения Собчак тоже отреагировала на обвинение певицы и ее мужа, заявив, что с большей вероятностью заведет в кабинете муравьиную ферму, чем будет стучать на Цыгановых. Уже на следующее утро, 5 ноября, Вадим Цыганов признался, что сообщения об обыске были всего лишь розыгрышем, намекнув на участие в нем известного российского пранкера Лексуса, на что сами пранкеры Вован и Лексус заявили, что не причастны к инциденту. «Все, чем можем мы помочь этому достопочтенному семейству, лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь», написали они. И, к слову, пользователи подсчитали, что за эту ночь на телеграм-канал Цыгановой подписались более 23 тысяч человек. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!